И всем здорово, у аппарата Лазер, и сегодня поговорим, дорогие друзья, про новую информацию, точнее, про новые танки, которые появятся, ну, в скором времени. Давайте я начну с самого начала и по порядку. Во-первых, если кто не заметил, то разрабы каким-то образом, может случайно, а может специально спойлернули новый танк 6 уровня, коллекционный. Который называется Рудольф. Я везде полазил, где только мог, и нигде не нашел информацию об этом танке. Более того, даже еще популярные ютуберы, ну, такие как КВМ, ДВС, ну, вы их знаете, в общем, неважно. Они еще не сделали информацию об этом танке. Да, возможно, они просто не заметили, либо они еще просто не успели сделать. Ладно, не суть. То есть, я уже показал вам этого Рудольфа, так что ликуйте. Следующее. Уже не настолько актуальная новость, потому что уже про это все знают. Конкретно про ветку чехов. Да. То есть у нас есть, в принципе, три скриншота, как будет выглядеть танк 10 уровня, чешский танк. В принципе, это средний танк с барабаном. И, в принципе, это прикольно, на самом деле. Среднего танка с барабаном вроде у нас еще не было. Ну, по крайней мере, 10 уровня не было. И, ребят, скажу честно, это прикольно. Возможно, у него будет, ну, не очень быстрая, не очень долгая перезарядка, так что я думаю, что на нем можно будет неплохо набивать средний урон. Ладно, дальше. Во-первых, помните, я говорил про ту группу, где я беру основную инфу? Они каким-то образом нашли в файлах игры название танков. Хамел С-51, Су-5, Су-8, ГВ Тигр и Веспи. То есть я все скриншоты вам выслал, так что можете посмотреть. Я, честно говоря, не знаю даже, что это за танки, так что возможно, это прикольно. Также самое интересное, они нашли колесника Хоцкис. Если вы знаете этот танк, просто пишите мне там в комментариях, потому что я не играл в ББ. Ну, я играл в них, но у меня компьютер не тянул, поэтому я оттуда ушел. Так что напишите вы мне в комментариях, если вы знаете, что это за танк. Также он еще там нашел арту. Я точно не знаю, правда, достоверна эта информация или нет, но в любом случае, ликуйте, на файлах игры, вероятно, в файлах игры нашли вот такие танки. Но, думаю, мы неплохо поговорили, я вам рассказал за сегодня все, что знал. Сорян, что так долго выпускаю ролики, но в любом случае просто ищу для вас достоверную, интересную информацию. Так что, ладно, ребята, всем пока, с вами был Лазер, всем бай-бай, ребята.